Давно мечтал сделать эту вещь. А теперь начинаем тренировку. Ты готов, Сахайл? Ты готов бой за год? Гуджитсу, вперед! Привет, Арту. Привет. О, сразу по тебе видно, что получил плохую оценку. Да? И причем это совсем несправедливо, потому что я знал правильный ответ, но подумал, что это как-то сильно легко, начал искать подвох, ну и в принципе ты все видишь сам. Обидно. Конечно, обидно. Чисто просто не повезло. А вот тебе всегда везет. Чего это ты взял, что мне всегда везет? Да точно. Потому что когда мы просим папу что-то купить, он это покупает тебе, но не мне. Да не всегда. Что это у тебя там такое? Да ничего. А ну-ка дай посмотрю. Да тебе это показалось. Давай, давай, да вижу. Нет, да нет. Оп, она. О, гуджитсу. Так и знал. Я же тебе говорил. Да, ты прав. Папа купил. У тебя и Сахарио есть? Ну да. Вот это класс. Внутри песок, как и должно быть. Давай твой будет Сахарио, а мой Блейзаго. Чего это? Не нравится, когда внутри шарики? Даже не думай. Это два моих. Два твоих? Я же тебе об этом и говорю. Вот постоянно такая несправедливость. Вообще-то это мне купил папа. Ах так? Значит, я с тобой и разговаривать не буду. На, забирай и иди в свою комнату играть. Ну и ладно. Артур, может, если хочешь чуть-чуть поиграть, на. Нет, не надо. Я сейчас сам твой загота сделаю. Из чего это ты его сделаешь? Так, Блейзагота внутри акриловые шарики. Я могу сделать что-то подобное. Так, вот они. И шарики. Кон у нас будет красный. Засыплю туда шариков, залью воды, они набухнут и вообще будет классно. Теперь нужно набрать воды. Ну что, как минимум до завтрашнего дня. Думаю, все шарики успеют набухнуть. Ну и будет совсем круто. А что это такое? Это же что делал Артур? Ух ты, прикольно! Все-таки у Артура получилось. Хотя, а может быть нет. Давно мечтал сделать эту вещь. Что это? Да ты что, красиво, смотри! Это я себе сделал! Хорошо, что ты увидел! Я
я с тобой после такого никогда разговаривать не буду. А что это? Кто это сделал? Давид! Ай-яй-яй-яй-яй, Давид! А я думаю, чего вы тут кричите? Да тут дело в том, то, что ты Давиду купил гуджитсу, а мне нет. Из-за этого весь шум? Да! Артур, послушай, я если купил Давиду, это не значит, что не купил тебе. Я наоборот, заказал тебе классные, и они сегодня уже доставлены. Поэтому идемте смотреть. Ой, идем! А убирать кто будет? Убирать вот не знаю. Ну, давайте вы чуть позже уберете. Пошли. Но прежде чем отдать вам персонажей гуджитсу, давайте сделаем супер-челлендж. Закрывая глаза, каждый из вас должен будет угадать, что у него внутри. Да? Да, готово. Да, готов. Закрываете глаза. Угу. Да? Давай. Давай, вот это первое. Ого, это что-то твердое. Он очень твердый, да? Да. Что-то такое. Ну что, ваше решение, открывайте глаза уже, никто не подсматривает. Что же это было? Ну знаешь, у меня такие впечатления, что там какой-то цемент был. Цемент? Да. Я думал, какой-то камень. Очень твердое, да? Да. Итак, внимание, правильный ответ. Ну что, вы практически были правы. Эксклюзивная фигурка Viper. И внутри не цемент, не какой-то камень. Это песок. И поэтому песок? Он очень-очень твердый. Супер Viper. Это монстр. Ну что, крутой, да? Внутри да. Песок. И этот песок такой плотный. Угу. У него даже суперспособность. Песчаный захват. Ого! Вы же знаете историю появления персонажей гуджитсу? Да, я смотрю мультик. Там же какое-то космическое явление, и все животные в зоопарке превратились. Кто-то монстр, как Вайпер, а кто-то супергерой. Ну да, это действительно правильно. И теперь монстры хотят захватить священную книгу гуджитсу, чтобы забрать себе все сверхспособности. Ну, а силы добра супергерои пытаются помешать. Ну что, давайте следующее. Закрывайте глаза. Да. Так, каждый пытается угадать. Артур, давай теперь этого. Слушай, а? Ну это какая-то желейная мягкая масса. Думаю, это так. Да. Давид, теперь ты. Может быть, это мед? Что, настолько мягкое, что кажется даже мед? Да. Это супергерой Тайго. Вы посмотрите, как он тянется. И ты знаешь, да. Давид, ты был более прав, потому что здесь глюкозный сироп внутри. И какая у него суперсила Гу? Это ослепляющий взрыв. А, прикольно. Ну что, следующий персонаж. Закрывайте глаза. Давид, ты начинаешь. Да. Новая рука. Вот тут. Попробуй. Какие-то палочки, наверное. Угу. Близко, да? Да, очень близко. Артур, теперь ты, давай. А ну-ка. Ну, даже не знаю, какой-то сильный хруст. Угу. У него хрустящая атака, суперспособность. Да? Да. Wolfpain! Это были косточки внутри. Смотрите, кости. А какой он плохой и хороший? Это супергерой, он за добро. Переходим к следующему этапу. Закрывайте глаза. Артур, ты первый. Вот этого. Ага. Ну что? Слушай, он такой мягкий. Мне кажется, это этот, как он там называется? Глюкозный сироп. Да, что, да. Угу. Давид, что ты скажешь? Дай руку. Это похоже на желейные конфеты. Вы оба были практически правы. Глюкозный сироп внутри. Это супергерой Траш. Круто! Я такого как раз видел и очень хотел. Вау, а какая у него суперспособность? Удар торнадо. Ого. Угу. Круто. А еще знаете, он юморист, ну и конечно же супер опасный. Гроза всех монстров. Ну вы же видели мультик на ютубе, да? Да. Джиу-джитсу именно там и показывается.
Слушай, но он так круто тянется. Действительно, ты же знаешь, что каждый персонаж куджитсу там более чем в 3 раза может растянуться. А мы переходим к следующему персонажу. Шарики какие-то. Ну это уже точно не косточки, это уже что-то другое. Да, мне тоже показалось. Ну что-то похоже на камушки. А зовут этого персонажа Рок Джо. Смотрите, зубы прямо внутри. Да, это точно монстр. Действительно. Да, вот он. И его суперспособность — ярость шипов. Ну а сейчас финальный этап. Закрывайте глаза, потому что это будет что-то неимоверное. Так. Это супер необычный персонаж. Очень интересно. Так, интересно даже тем, что он большой. Смотри, какая фигурка гигантская. Ну, тут акриловые шарики, это я точно знаю. Да, тут какие-то шарики тоже. Но тут вы оба правы, потому что у Давида уже есть Блейзагод. Открывайте глаза. Ого! Это большой Блейзагод. Он еще и светится, и звуки издает. Какой он гигантский. Привет, мой старший брат. Ты смотри, смотри, как они отличаются. Ух ты. Слиться он. О, это фаербол, огненный шар. У него же сверхспособность — атака лавой. Нас двое, отвечи! Убегать надо срочно! Классно он светится, да? Ага. Слушайте, ну некоторые и так светятся в темноте. Давайте сейчас посмотрим, какие именно. Давид, выключай свет. Да, ага. А есть еще другие персонажи? Конечно, есть. Если ты и вы, друзья, хотите узнать больше о Гуджитсу, ссылка будет в описании. Ставь лайк, если любишь такие тянущиеся игрушки. Да пребудет с тобой сила Гу.